Доброе утро! Сегодня мы находимся в Химках на Юбилейном проспекте, на площадку, которую мы когда-то давно открывали вместе с администрацией города, со спорткомитетом. Сегодня я буду заниматься именно здесь. И давайте начну с того, что покажу, что здесь есть. Здесь есть пара интересных штук. Во-первых, столбы. Но это не столбы для выхода. Это столбы, на которые в хорошую погоду летом накидывают шины, чтобы можно было на них отрабатывать удары. Дальше у нас идет стандартный комплекс турников. Кстати, обращу внимание, что здесь все очень обледенело, о чем некоторые говорят. Мои перчатки F1 замши, поэтому мне тяжело так же, как и вам, подтягиваться. Если взять кожаные перчатки или резиновые, то лед вообще не составляет проблему. Идем дальше. Опять эта штука для тренировки. Стойки на руках и прочих разных вещей. Упоры для отжиманий, упоры для австралийских подтягиваний. Стандартный центральный большой комплекс с рукоходами, которые опять закреплены на огромной высоте, поэтому на них особо не позаниматься, на них никто и не занимается. Дальше вот столбы для выходов, ведь они поставлены пошире. Двойные брусья, причем вторые сделаны достаточно длинными, длиннее, чем первые. И это радует. Тут есть и не... Ну, тут явно больше, чем 1,20 м стандартных. Комплекс с доской для пресса, разными турничками. Здесь, конечно, большая проблема, что вот деревья, они нависают, и ничего не поделать, потому что будешь в деревья врезаться. Отличный комплекс из двух турников и скамьи для пресса. И мы идем к коронной штучке. Станок для тренировки гибкости. Поэтому если без перчаток попробовать надавить, это будет очень неприятно. Это просто вот пальчики, как сосиски, останутся с той стороны. Вот. И здесь добавлено два длинных турника, чтобы можно было тренировать гибкость. И, конечно же, наши любимые гнутые брусья на нормальной высоте. Вот такая площадка. Именно здесь я буду сегодня тренироваться. Сегодня последний день по обычной технике, завтра уже будет новая техника. И будет сложнее. А сегодня развлекаемся.
Вот такая вот получилась тренировка. Она заняла 18 минут. Время отдыха между всеми подходами и всеми упражнениями по 30 секунд у меня было. Собственно, ну потому что я не стараюсь делать много повторений, да, на мышцы. Завтра новая техника, поэтому я не факт, что буду успевать восстанавливаться за 30 секунд. Поэтому посмотрим. Каждую неделю я буду начинать, наверное, увеличивать отдых, возвращаться к исходному отдыху в минуту и смотреть, как идут упражнения. Вот, и в зависимости уже от этого менять. Такие дела. Что еще с подходами? Тем, кому тяжело считать подходы, есть хинт, один нам сказали на форуме. Можно использовать шестигранный кубик. То есть после каждого подхода переворачиваете кубик. И таким образом вы отсчитываете подходов. Подходов ровно 6 программ будет всегда до конца программы. На кубике 6 граней, все очень просто. Наверное, мы еще куда-нибудь это запишем, потому что реально, реально крутой хинт. К сожалению, забыл имя парня на форуме, который его предложил. Прости, но мы тебя не забудем. Никогда. Вот, такие вот дела сегодня. Завтра будет новая площадка. Так что продолжаем двигаться вперед. И, честно говоря, я тут подумал, блин, для человека, который раньше тренировался, дай бог, раз в неделю, ежедневные тренировки в течение почти уже 2 месяцев, это, конечно, что-то. Каким образом я это все выдерживаю, я не знаю. Но я просто хочу дойти до конца и не бросить это дело так же, как и вы. Вот. Так что поднимаем настрой. Погода пока еще замечательная, чтобы тренироваться. И надо это использовать. Все, всем хороших тренировок. Пока.